Приветствую, друзья, на канале Cross Outlawers. Сегодня в видео мы отправимся за новым кузом для нашей тачилы. Также по пути попробуем апнуть себе выхлопную систему, чтобы наша тачка была быстрее. Ну, в общем-то, давайте посмотрим, что же за кузов нам предлагает поставить жестянщик. Ну и, конечно же, за кузовом мы отправимся фиг знает куда. Кстати, достаточно недалеко. Обычно с одного края карты на другую надо ехать, но нет, сейчас нормально. Так, ну погнали. Что-то он там опять болтает. Ну ладно, мы потом вернемся. Я думаю, 100 металла мы нафармим за этот выезд. Ой, я что-то проехал. Смотрите, у нас какая же точила, покрашенная под хром. Вообще классная точила у нас теперь, блестящая. В общем-то, 120 металлома мне, по-моему, надо, чтобы выхлопную систему апнуть. И у меня скорость уже будет на 80% лучше, чем сейчас. То есть у меня тачка будет супер-мега быстрая. Так, конвой здесь ездит. Ну, пока не до него как-то. Ну-ка, мы тут уже почти приехали, ну да? Это, кстати, земли какого-то другого чувака. Мы здесь еще ни разу не были. Поэтому я даже не знаю, кто нас там будет ждать, какие противники. Потому что мы тут не были ни разу. Так. Ну и кузов у них надо стырить, блин. Почему им эти... Почему Ford Mustang мне нравится, я не знаю. Так-то неплохой кузов, ну ладно. Может быть, даже круче какой-то найдем. Автопол. Все, приехали, вот здесь завернуть. О, браток, а поехали с нами, давай-ка. Все, погнали. Полетел. Так, тут патрончиков у вас нет, случайно? Блин, фига, кто-то кого-то ест. Пацаны, а чего можно сделать? С вами ничего сделать нельзя, да? Только тачку угнать. А, не, он с 30, он что-то может залутать. Ну-ка, давай. Лом. Во, ништяк, поехали. Взяли кого-то чувака случайно. Сбили. Ну ладно, поехали, какой-то тут чувак возится еще. А другой чувак исчез. Так, тебя можно взять с собой? Ха, я его с собой могу взять. Ладно, не будем издеваться над ними, погнали. Они что-то там друг дружку связали. Непонятно, что они там делали. Куда-то мы в какую-то пещеру едем. О-о-о-о. Тут даже дороги нету что-то. Так. Wild Hunt. Что за кузов такой? Вопрос, как туда попасть? Сейчас мы тут все стырим, не переживайте. Так, там футбол. А, так тут можно было заехать. А че ж мы не сюда-то поехали? Здесь проход есть даже. Но я тачку не буду далеко оставлять, потому что, возможно, придется всех выманивать. Жалко, на тачку нельзя заехать. А! Вот это прикольно, слушайте, вот это я побежал такой, красавчик. На капкан нарвался, все, я теперь инвалид. Почти... Ой-ой-ой, здравствуйте. А вы можете на свои капканы нарваться? Давайте. Пацаны, сюда. Они, зараза, не могут, их там дофига с булавами какими-то бегут. Вот про что я и говорил, сейчас мы их будем выманивать. Давай сюда. Полетел, давай. Ах вы, зараза, смотрите, они накинулись. Так, давай, на тебе. Так, прижали его к стене. Ой, жесть, это жестянчик, что ты его избиваешь-то? Так, на, просто по башке, есть. Всех тут уделали. Все, ну как-то пока легко, правда. Половины хп я лишился, потому что я на капканчик нарвался. О, еще 10 лома, неплохо. Это мы только вошли. Палочку, вручалочку какую-то нашли. Это тоже неплохо. Еще лома. Так, ой, я опять на капкан сейчас чуть не нарвался. Ладно, ничего страшного. Главное, когда буду назад бежать, не забыть про это. О, водичка, надо будет похилиться сейчас. Это очень хорошо, судя по тому, что... И что, все что ли? Кузов? А, ну ладно. Я-то думал, здесь какой-то огромный лагерь будет. Надо будет кого-то завалить. И тут пару челиков и кузов. Не, ну это прикольно. Там какой-то... кстати, кузов тот, который был изначально на нашей тачке, которую украли. Ну-ка, давайте. Бахай, давай. Чё ты не бахаешь? Да зачем ты фонарик-то включил? Сейчас как бы день. Ну ладно, давайте. Полные хпшечки восстановим себе. Все, молодец. Бахнул так бахнул. Давай наполним еще. Давай, сейчас еще полную, наверное, наберем. А, нет, половинку. Ну ладно, сойдет. Палочку, наверное, не надо брать. Зачем здесь бензин еще стоит, я не знаю. Так. 534, мне нужно 600. Ну и что? А, сейчас жестянщик приедет.
1300 единиц лобы, вы что, упали что ли? А как я вам должен это найти-то? Я 600-то найти не могу. Не, ну это прикольно. Так, ну тогда надо кого-то валить сейчас. Раз у нас... Нам надо столько лома. Нам нужно кого-то завалить определенно. Так, где тут какой-нибудь лагерь-то есть? Минное поле. Так. Это мне не нужно. Сбор лома. Поделить с ним лом. Давайте сюда съездим. Что-то я эти задания еще ни разу не выполнял. Посмотрим, что нам нужно делать там. Давай, погнали. Пипец, 1300 лома. Это даже не 600. Мне еще 700, где-то... Наверное, 770 это лома нужно примерно. Прикольно, прикольно. Улучшение подвески. Улучшение там двигателя. Я, блин, выхлопную систему апнуть не могу. Мне тут уже запросики делают. Полетели. Нормально. Поехали, все. Мне еще и колеса надо делать. Да вы что, упали, что ли? Да, вот это, конечно, прикольно. Но надо тогда побольше металлолома нам найти где-то. Сейчас, может, чувак вот этот нам подскажет. Зачем делить? Давайте он нам сейчас все расскажет, а мы потом его завалим и весь металлолом заберем. Так, ты что делаешь? Что-то мне так кажется, он много металлолома нам не найдет. Он в колесе копается. Что с тобой сделать-то можно? О. Stand. I am armed. Wait. It's you. Чих-пыха, да, это я. Dedification on just fleck of speck dimrim. Да, я такой, я красавчик. Где металл-то? Говори быстрее. А песочницы будем копаться или чего? А, мы просто приехали и 50 лома забрали с него. Я не против вообще, слушайте. Я ничего не сделал, мне металлолом подогнал. Красавчик. Так, а можно еще так сделать? Так, детали, чистильщики. Там еще что-то были. Давайте еще раз по пути съездим туда. О, здорово, пацаны. А у меня гарпун слабенький, у меня только гарпуном можно их зафигачить. Давайте одного зафигачим, а тот докопался и... А у него еще броня, блин, я забыл! Ладно, давайте добьем одного. А перезарядочка пошла. И класс, они развернулись. Ну гениально просто, что могу сказать. Только гарпун зря потерял. Там какую-то детальку можно, слушайте, забрать. Это как-то я упустил, не посмотрел изначально. Сейчас мы по-быстрому туда опять залетим. Потом поедем, наверное, в какое-то другое место. Нужно металла прям залутать очень много. Я, правда, не знаю где, но надо залутать. 1300, это, конечно, круто. Наверное, сначала выхлопную систему апну, потому что я ее давно хотел. У нас не такая быстрая тачка. Так, ну что у нас здесь? Давайте, показывайте. По-быстренькому сходим туда. Мяу. Капканчики. Капканчики, это кто перезарядил? У меня вопрос. А что тут опять новый челик? И вы откуда? А, вон как раз. Детальки, которые мне нужны. Давайте сейчас быстренько уделаем всех. Вот так вот. Все, давайте. До свидос. Ладно. Ах ты, зараза, меня пнул, да? Фига, у меня ярость, конечно, сейчас вообще пипец какая сильная. Смотрите. Вот это я прокачал Макса, конечно. Че ты тут пинаешься? Откуда они взялись? Я же тут всех уделал. Опять заспавнились. Так, еще металла с них же соберем. И вода, кстати, заспавнилась. Это прикол, моя палка валяется. А, нет, уже нету. Вот вода не заспавнилась. Как же я упустил то, что здесь ящик есть. Давай, ломай. Что здесь? Понятно, это какая-то фигня, которая мне нафиг не упала. Как всегда. Ну, давайте, кого тут можно завалить по-быстрому? Мне нужно на шарик залететь, чтобы увидеть всех. Так, давайте сразу телепортнемся к этому шарику. Ну вот, мы уже приехали к нашему месту назначения. Немножечко я так тачку раздолбал. Ну и давайте, в принципе, сейчас апнем нашу точилу, выхлопную систему. Наконец-таки у меня 600 металла есть. Итак, все, мы поставили. Теперь у нас тачка должна супер-мега быстрой быть. Но пока давайте, пока он тут тушит нашу точилу, кого-нибудь завалим. Собрать 700 единиц лома. А, это, видимо, на всю прокачку. Я думал, еще для чего-то. Привет, пацаны.
поцаки. О, эти обезьянки, они меня бесят, они прыгают, как всегда. Их долго еще надо избивать, потому что они убегают постоянно. Давайте. Их обычно много. Сейчас их двое хотя бы, это нормально. Так, обезьянка. Давай, что ты дарешь? А, их тут всего двое. Ну и ладно, пофигу тогда. Они обычно толпой на тебя напрыгивают. Их тут очень много. Так, а капканов здесь нет, надеюсь? О, металл, это я возьму. Ой, все, ништяк. Место поживы. Все, типа, я все выполнил, да? Прикольно. Как же вас не разорвало от такого количества. Ай, опять он этих червяков ест. Блин, нафига я нажал-то? Бе, вообще фигня какая. Так. Из трупака какого-то взялся, сожрал червяков. Гениально. Заточка. Заточку, ножик нашел, нормально. Так, ну полетели. Я надеюсь, тут ничего не надо сбивать. Так, а где этот вертолетик-то наш супер-мега? Так, а как его спустить? Видимо, в шарике кто-то находится. Выключатель лебедки. А где его найти? Вот это типа, как его включить-то? Блин, с ноги его что ли сломать? Вот это. Так, провод идет сюда, по идее, это вот это или нет? Выключатель лебедки. Куда он может уйти, я не понимаю. Так, ладно, а здесь у нас есть что-нибудь? Ноги не сломай только, чувак. Вот ведь, блин, а куда они эту лебедку-то заныкали? У меня еще на входе там пару челиков каких-то ждет. Ой, нифига себе, это что за кислотная штука какая-то там? Где лебедка, блин? Куда ее за этот заныкали-то? Не понимаю. Так, вот лебедка. Вот она стоит. Провод всего один. Вот он. Почему я не могу вот это вот включить или выключить? Я не понимаю. Так. Вообще непонятно. А сейчас я нажал и нормально. Чё за приколы? Ну ладно, я не против, в принципе. Да, прикольно. У нас здесь есть кто-нибудь? Нет? Нет никого, ну вообще идеально. Давай, полетели. Я надеюсь, бензик-то тут есть? Нет? Так, а как к нему садиться-то? Теперь лебедку, наверное, надо выключить стопудово. Или как? Давайте посмотрим. Сейчас он вообще ничего не делает. Так, и как нам теперь в шарик сесть? Вообще, я не понимаю. Во, ништяк, теперь он залез наконец-то. Давай, полетели. Все, тапка в пол. Офигеть, здесь, конечно, какие-то кислотные штуковины. Тут очень много всего. Что-то я ни одного лагеря пока что не вижу. А мне нужен какой-нибудь лагерь, вообще любой, чтобы кого-нибудь завалить и получить металла побольше. Так, ну что тут у нас? Он конвой какой-то. А тут нифига нет, здесь одни скалы. Так, ну давайте. Смертельная гонка. Своеобразный обряд, посвящение. Слиться с машиной. Так, это мне пока не надо. Пугало. Пугало мне тоже так-то не надо. Мне нужен лагерь вообще любой. Прочный пугало. Одни пугало стоят. О! Вот это нам надо! Так, тут что-то дофига всего. Праща с молотовкой. Так, фига там что-то прям защищенный такой лагерь-то. Пипец, смотрите, сколько тут этих ворот, чтобы до него доехать. Офигеть. Так, мы его сейчас уделаем, этот лагерь. Что нам еще можно? Крепость брюхореза. Ну, это мы там, в принципе, свои братаны. Вот это что? Вот еще лагерь. Это тоже хорошо. Вон там что-то дымится, тоже непонятное. Вот это снайпер сидит. Пугало. И вроде как больше ничего. Так. Ну тогда. Ага, вот все нарисовалось. Я понял, ну давайте. Вроде больше ничего нет у нас здесь, да? А, вон есть что-то. Так, это у нас опять пугало. Это опять снайпер. Так. Еще сейчас посмотрим. Так, ну вроде ничего нет. Давайте спускаться. Тапка назад. Я не знаю, куда даже поехать-то. Сюда. Давайте сюда, здесь далеко даже ехать не придется. Пару метров, два раза упасть. Ладно. Блин, из шарика бы выпрыгнул. Фига я топливо бахнул, был полный бак. Сейчас уже чуть больше половины. Фига шар ест больше бензика, чем моя тачка. Да, прикольно. Так, садимся в тачил. Классные фонарики, пацаны, у вас тут были. Чуваки тут прилегли, они что, съели что ли? Что они тут все валяются? Два человека, две обезьянки, блин, тут сидели.
Вот у меня красные точки. Где тут все? Никого нет, зато... А, вон чувак сидит. Ну ладно, пофигу так-то на них. Поехали на наши тачки. Теперь мне надо колеса апать. У меня почему-то, смотрите, я еду, у меня песок что-то гореть начинает. Так, где этот лагерь? Лагерь ты где? Ну, вот он. Что-то его на карте я не вижу. Ну-ка. Ну ладно, в принципе, карта не нужна. О, союзные лагеря добыли 140 лома. Вот это неплохо. Так, а я ничего апнуть не могу сейчас. Дешевенькая. Сразу, наверное, хорошие шины надо будет ставить. За 600. Либо можно подешевле дешевый клинч поставить. Но я дешевый не хочу. Я в следующем, наверное, апну двигатель. 300 металлолома нужно. Так, ну ладно. Я думаю, накоплю с этого лагеря. Лагерь большой. Сейчас будут гранатометные обстрелы. Надо гарпуном все быстро будет делать. Горлопаны там еще сидят стопудово. Какой нафиг пулемет? Вы че? Какой пулемет? Вы что, упали что ли? Или это вы это называете пулеметом? Ну, пулемет весьма своеобразный, конечно. Так, надо быстрее уезжать отсюда. Давай, 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 давай. Гранатометами меня закидает тупо. У меня хпшка снимается. Лаги ходят в тревоге. Да круто. Так, еще снайперов здесь дофига сидит. Кислота, мне кажется, мне вообще заезжать не стоит. Так вот, надо уделать сначала гранатометы. Ой-ой-ой, там что-то. О! Так, есть там бушел. Тапка назад, срочно! По мне вообще там просто фигачат. Фига там этих снайперов-то сидит. Так, еще и огнеметы. Давай, вот этого сшибай. Есть, полетел челик. Какой нафиг транспорт? Я загорелся, меня сейчас снайперы уделают. Так, 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 за камушек, нормально. Патрончики с него соберем. Сейчас он пока починит. А жестянщика вообще никто не фигает. Что он там, свой браток? Кстати, можно было со снайперки их просто снять и все. Так, ну давай, туши быстрее. Или там у тачки вообще хана. Не, восстанавливается. Так. Есть еще кто? Или уже нет? Нормальные инструменты. Тебе надо... А, кстати, ему надо инструменты. Давайте реально. А, я не могу. У меня сейчас уже тачка горит. Ничего не могу сделать. Так, вроде никого не стоит больше. Всех уделал. Давай, садимся. Гараж. Давайте ему быстрые инструменты купим. А, у меня нету их. Понятно. Давай, садимся. Сейчас вот эту бочку надо снять. Давай, стреляй. Стреляй! Чё ты там тупишь-то? Не понял. Так, вот это вот мы сшибаем сразу. Давай. Все, нет огнемета. Теперь можно проезжать. А, нам еще на дворот расфигачить. Смотрите, тут ворота достаточно такие прочные. Ограничение взрыв. Прочные ворота! Вах, офигеть! Тогда грампунам придется. Па. И как я их должен зафигачить? У меня гарпуна третьего уровня нету. Так, придется пешочком идти. И изнутри канистрами взрывать. Ладно. Если что, надо будет убегать. Я это понял. Так, тут есть кто-нибудь? Металл. Так, дверь есть. То есть я пока тут все не залутаю, никто не ворвется. Сейчас мы посмотрим, есть там кто-нибудь или нет. Скорее всего, есть. Так, ой-ой-ой, пацаны, у вас там что-то достаточно много. Так, если бы я сейчас открыл ворот... Офигеть тут масштабы. Если бы я сейчас открыл ворота, я бы просто сейчас ворвался и всех уделал. С гарпуна. Так, вот заметил горлопан опять. Да что ж такое-то? Так. Ах ты, зараза, иди отсюда, дай забраться! Так. Давай, 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 давай. Мне главное поодиночке встречать. С дробаша. Так, забираем. Давай. Кто первый? Бэй, давай. Давай. Вот этого. Туда! Чё ты не упал-то? Фига! Он еще и уворачивается. Они сейчас все сюда опять залезут. На, ярость подрубили. Давайте, сейчас всех уделаю поодиночке. Давай, добиваем его. Есть. Ярость подрубилась. Все так классно летят. Ах ты! Сейчас под раздачу все попадут. Офигеть, их тут дофига, смотрите! Блин! Валим, валим, валим. Так. Ах ты, зараза, по морде мне попал. Еще горлопаны сейчас ярость подрубит им. Офигеть. Так, слушайте, сейчас будет большой бум-бум. Смотрите. Это будет просто пипец.
Офигеть, просто я вообще все разнес. Я сам помер только, походу. Нет, я выжил, мне надо воды бахнуть. Вот это взрыв, конечно. Так. Так, давай. Нет! У меня хп нету. Пустите, пацаны. Пустите. Ай, прилетело по затылку. Не, ну взорвалось все, конечно, классно. Сейчас попробуем повторить. Только не взорвать себя. Там стояла бумпалка, ее можно было использовать и кинуть просто. Не, ну взорвались все вообще бомбически. Вот это взрыв. Это самый, наверное, мощный взрыв, который я еще видел. Просто пипец. Так. Ой, здравствуйте. А я уже в центре лагеря оказался, да? Надо сразу... Ой, тут канатка еще! Надо сразу всю толпу собрать. Здесь. Давайте пока побегаем немножечко. Пока они тут все слезут. Да-да-да, давайте. Сейчас всех в толпу соберем. Блин, они камнями кидаются. Сейчас горлопан их как раз загрит всех. Да, давайте, удачи. За мной. Молодцы. Да ты, блин! Чё ты тут встал? Я сейчас горю из-за него. Так. Есть. Вот это идеально, слушайте, я сейчас сделал. Так, чуваки, бомбит у вас, да? Ну все, давайте. Блин! Ах ты, зараза, мне ногой зарядил. Давай. Все. Вот это взорвались, конечно. Подбодрись. Ща мы тебя подбодрим, не переживай, есть бумпалочки. Давай. Так, чё у тебя там? Дела хороши, да? Ну давай, полетел. А, я промазал, блин, ну ладно, он сейчас полетит в пропасть, так будет... Ой, тут бумпалок-то сколько, вот этот рычажок. Давай. Ай, полетел. В пропасть, красавчик. Ой, а чё это, кровь у меня была. Так, чё-то тут дофига всего. Мне бы открыть эти ворота, а они не взрываются. Вот в чем прикол. То есть я их могу бумпалками сколько хочешь закидывать, они все равно не взорвутся. И что-то бочек дофига. Давайте попробуем ради интереса бумпалкой. Да, не взрывается. Ладно. Сейчас мы потихонечку все залутаем здесь. Давайте посмотрим. Не, ну то, что я взорвал здесь сам себя еще, это было очень прикольно. Так, выше заходим. Здесь у нас что? Тут, походу, босс, смотрите, там какой-то, прям какая-то красная точка такая жирная есть. Походу, реально какой-то босс. Офигеть, здесь еще вторая часть лагеря. Да, вот это я не думал, что такое есть. В кислоте прямо. Ой, здравствуйте. А вас что-то дофига. Давайте идите за мной. Давайте. За мной. Там был хил, кстати, надо было подхилиться. Сейчас мы бумпалочки возьмем. Там бочечки у нас еще остались, вроде как, вот эти вот всякие. Так. Сейчас мы все быстренько сделаем. Во, вот здесь бочки, давайте. Спускайтесь, братки, давайте. Я вас жду. Будет большой бом-бом. Так. Ой-ой-ой, вот это сейчас я плохо сделал. Все спустились, пацаны. Ну, давайте. Бынь. Все, ништяк. Не всех, правда, задел. Ну, ладно, сейчас я их в рукопашку добью, добью чисто. Давай. Есть. Нет, дробаш не надо, блин. Фига, тут он с ножичком пришел. Давайте все, до свидос. Желтенькие, беленькие, черненькие. Давайте. Все, ярость подрубилась. Все под раздачу попадут. Есть. Последний. Давай, до свидания. Есть. Всех порвал просто. Так, яростный финал. Что-то я там прям дофига всяких заданок прокачал. Уровней прокачал. Мне надо, кстати, съездить к чуваку, свое умение прокачать. А то у меня... Умение надо... Я давно уже не прокачивал. Давай, бахнем. Давай. Молодец. Все хпшки себе восстановил. Ну, поехали. Там еще, кстати, вода была. Сейчас мы ее наполним. Интересно, кислота дамажит, не дамажит. Конечно, гениально у кислоты располагать воду. Это просто пипец, как гениально. Да, ладно. Давай. Все, ништяк, все собрали. Теперь у нас полные хпшки, полная фляга. Что тут у нас есть? Какие-то бочечки, да? Вот эти бочки... А, все, я понял. Вот мне надо бумпалку, чтобы это все взорвать. А тут бумпалок нет, случайно. Горлопан здесь лежит. Сделаем вот так вот, проще. Смотрите. Так, сейчас будет большой. А сюда спускаться можно, нет? Ладно, давай, бросай. Куда ты бросил-то? Надо было туда. Ладно, получится, нет?
Нет, скорее всего. Я что-то доломал тут. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас мы будем палочки найдем, это все взорвем. Цистерны. Горлопана надо как-то тоже снять, а то он мне не нравится, что он тут сидит. Горлопан, ты где тут снимаешься? Крутится еще такой красавчик. Где рычажок-то? Видимо, там где-то выше. Ну ладно. Не переживай, горлопан, и до тебя дойдем. Ну-ка, да, вот этот рычажок. Крутилка это, не знаю. Давай, все. Отдыхай. Взорвался. Так, требуется взрыв. А вот для чего канистра как раз нужна. Для взрыва. Сейчас мы все сделаем. Надо было изначально ее взять. Так, давай. Мне нравится, что тут канистры бесконечно спавнятся. Это прикольно. Все, взяли, ништяк. Так, у меня вроде хпшки вообще не отнимаются. Хотя тут какая-то зеленая фигня в меня летит. Мне это не особо нравится. Так, все, ништяк. Мы принесли. У меня патронов только уже в дробаше нет. Я все потерял. Давай, бросай. И валим. Просто давай, быстрей, 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 быстрей. Все, ништяк. Ой, я тут немножко вам перила еще, перила сломал, а так в целом неплохо. Так, здесь у нас что? Здесь у нас, походу, ничего. А, вот и бум-палочки. Вы откуда взялись, блин? Они еще камнями закидываются. Я вас сейчас всех закидаю. Офигеть, это что? Они откуда взялись-то? Их не было же, я же всех их уделал. Что происходит? Что взрывается? Вот что это вообще? Я не понимаю. А вот это можно добить как-нибудь? Цистерну, чтобы все взорвалось. Так, ща мы тут это... Давайте, удачи вам. Попасть по мне? Так. Откуда они реально взялись, я понять не могу. Давай, полетела. Палочка. Есть. Давайте, кидаем. И прячемся. Опа! Есть одного дела. Короче, я копейщик. Давайте, давайте. Кто след... Нет! Опять камень попал. Я все камни ловлю. До него докинул. О, все, докинул. Ништяк. Что ты тут кидаешь? Держи. Все. Разлетелся. Вообще непонятно, откуда они прилетели сюда. Ну ладно. Сейчас мы доделаем свои дела. Бочечки еще подорвем тут немножечко. Не знаю зачем, правда, можно их распилить потом, я не знаю, бензик с них забрать. Так. Вот это бабахнуло, конечно, знатно. Ой! Класс. Что-то меня сегодня все грохнуть хочет. Давайте хпшки восстановим. Ништяк. Самое прикольное, что этот лагерь потом будет наш, и мы тут все будем пилить, и мне металлолом еще будут начислять. Это тоже неплохо. Так, палочку возьмем. Это мне понадобится. О, здесь еще тоже что-то есть. Ну-ка, берем, берем, берем. Металлолом, вот то, что надо. Что-то не взял-то. Собирай, что-то не взял-то. Макс, что тупишь-то? Тебе еще лагерь захватывать, а ты тупишь. Так, хорошо. По канатке. Что ты выкинул-то драгоценную палочку? А здесь уже никак не спуститься. Ну ладно тогда. Что ты делаешь? Молодец, упал еще. И хпшки себе потерял. Ну, гениально. Ладно, давай, бахни водички. Давай, 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 давай. Восстановимся, ничего страшного. С них еще что-нибудь залутаем. Все, ништяк. 214 лома. Я себе движок апну точно после этой зачистки. Требуется взрыв, еще дверка. Ну, ладно, я палочку специально принес. Есть. Разломали, что тут у нас? А здесь у нас нифига, да? Нет, что-то лежит. Ну-ка, есть. Забрали. Что тут у нас еще есть? Вроде как уже даже никто не горлопанит. Это уже и мне нравится. Так, а где бум-палочки? Вот здесь у нас были. А я их, походу, разломал, да? Нету больше бум-палок. А, не, вот они, все, ништяк. Пошлите. Сейчас разломаем все тут двери, которые есть. Был лагерь, пришел ловерс, все расфигачил. Классно, я люблю так делать. Ай! Что это было, блин? Фу, вот это что-то там взорвалось. Это, видимо, бочечки, да? Прикольно. Так, у меня уже воды-то нету. Вот это бахнуло так бахнуло. Нет, все-таки кто-то таращится еще. Где-то должна быть вода. Должна, которую ты уже всю выпил. Залутываем, залутываем. Еще бомбалочку берем. Вот здесь, кстати, разломать можно. Сразу же.
Давай, ломаем. Берем еще. Так, классно, дверь, конечно, сломалась. Ой, здравствуйте, я это... Я понял, я не хотел сюда изначально идти. Ну ладно, они за мной побегут. Пока добегут, я в другое место схожу. О, один такой красавчик бежит. А, он испугался и назад побежал. Ладно, пофигу, хоть захочет, придет. Захочет, не придет. Еще одна дверь. Давай, с ноги ломается. Ой, там чувак крутой. Держите, пацаны, это вам. Все, я побежал. Здорово, ты все-таки прибежал, да? Ну давай. Он не один прибежал причем. Давай, еще один. Ай, их тут дофига. Пустите. Вы пустите меня отсюда. Так, пустите все, пацаны. Я побежал. Я вас понял. Я думал, там один чувак, а их там намылилось дофигища. Ну ладно, мы возьмем бум палочки и закидаем их всех. Давайте. Так, кто следующий? Давай. Все. Взрываем потихонечку. Даже подбирать не успевают. Кто еще? Кто следующий? Что, закончились, что ли? Что-то как-то быстро. Я думал, будет посложнее. Ладно. Что-то мне так подсказывает, что это не все. Сейчас зайду за угол, и там будет сюрприз. Пацаны? Пацаны? А вы тут что стоите? Ждете меня, да? Ой, они опять какие-то камушки закидывают. Я сейчас промазал. И они сейчас, походу, за мной побежали. Давай, давай, быстрее к палкам. Имба палки. Давай, 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 беги, бежим. Взяли. Да что они там встали? Я запарился туда-сюда бегать уже за палочками, как я не знаю. Как столбы встали, главное. Ну, гениально. Давайте. Вот сейчас нужно попасть уже. Держите. На. С камушков своих кидают тут. А вы что, не можете из комнаты выйти, да? Я вас понял. Держи. Так, давайте это проверим. Они из комнаты выйти не могут, смотрите. Или могут, погодите. Нет, они могут, блин. Бежим. Я вас понял. Бежим, 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 бежим. Я думал, они что-то там не могут. Тупят, но нет, они все-таки вышли. Ладно. Второй способ. О, молодцы. Побежали атлеты. Давайте, держите. Ой, не попал, да. Ну, вторая палочка вам полагается. Давайте. Не отходя, можно сказать, просто от палок закидываем их. Не вставая с дивана. Так, давай. Все, все взорвались. Нет, еще один остался. Ты че бежишь-то ко мне? Вообще офигел. Бежит такой красавчик. У меня пол хп. Я сам себя взрываю сейчас. Ладно. Вроде всех теперь уделал. Да куда ты палку-то выкидываешь? Давай, бери. Все, молодец. Побежали. Не, ну лагерь так-то изи захватывать, когда у тебя палок дофига. Причем они бесконечные. Там эмблему можно завалить. Давайте эмблему завалим, наверное. Есть. Все, эмблему завалили. Так, о! Еще палочки. Вот это вообще класс. Теперь далеко бегать даже не придется. Вот бочечку надо взорвать сейчас будет. Здесь вот. По пути. Ох, тут еще есть. Давай, взрываем. Бум-бум сейчас будет. Ой, как взорвалось-то. О, покушать. Это хорошо, сейчас восстановим себе все хпшечки. Ништяк, собачьего корма поели, это вообще зашибись. Ну-ка, еще палочку берем, наверное. Патрончик, конечно же. Палочку. Все, снарядились. Можно идти дальше. Вот у нас лесенка. Видимо, надо теперь в ту сторону идти, откуда много челиков тоже прибежало. Или там можно пройти, нет. А, вот лом собираем. Что ты берешь-то? А, дробашек перезарядил. Ну, молодец. Давай палочку собирай. И пошли. Один патрончик у меня есть. Но одним патроном, конечно, много не навоюешь. А, здесь тупик, блин. Ладно, придется туда идти. Ну, ладно, ладно. Там я уже вроде как всех завалил, кто ко мне прибежал. Сколько я уже лома-то нафармил, я что-то даже не помню. Давайте, что-то какой-то прям долгий лагерь у нас этот. Прям я кидаю, 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 кидаю. Они не заканчиваются. Пацаны, вас тут нет уже, да? Вот еще палочки. Цистерна, давай, бум-бум. Все, ништяк. А, нет, еще кто-то остался. Блин, там жесткий чел идет. Очень жесткий чел идет. Я его не знаю, как победить без бум-палок. Давай. Упрыгал, зараза. Давай.
Один на один. Есть, я его подстрелил. Все, что ли? Ты что, вырубился? Ну, какой-то слабенький челик. Все, ништяк, взорвалось. Давай, трофей с него собираем. Вот как раз 300 лома. Давай, собирай. Все. У меня теперь классное оружие. Давайте сейчас всех уделаем с него. Если кто-то остался. Хотя мне уже кажется, никто не остался. Хотя если бы кто-то остался, то уже бы приехали мои чуваки. И тут уже начали бы все пилить. Тоже странно. Так, там еще цистерна надо будет взорвать. Давай палочку берем и... Где тут бочка? Вот она. Давай, взрывай. Все. Теперь все. Все тут делали, все взорвали наконец-то. Сейчас мои чуваки приедут и будут этот весь лагерь пилить. Врагов нет. Да, конечно, нет. Я же всех тут уделал с палочек наших. Так. Уровень угрозы понижен. Ладно. Это просто замечательно. Вон там еще что-то лежит. Сейчас мне они будут все пилить. Тут металл приносить. О, какая-то фоточка опять. Ой, какая классная тачка вообще, слушайте, капец. Ну-ка, берем еще металл. Машины долго не живут. Да, с учетом того, что я с гор там падаю постоянно, еще что делаю, да, она у меня долго не живет. С огнетушителем постоянно я имею дело. Так, а можно что-нибудь взорвать тут напоследок, пацаны? А что если в них палочку кинуть, пацаны? Я как бы ваш, но протестим немножечко на вас бум-палочку. А, я понял, вы бессмертные, да? Ладно, я тогда напоследок тут небольшой бум-бум сделаю. Будет вообще прикольно. Смотрите, фейерверк. Ой, как бумкнуло-то классно. Чуваки пилят на заднем плане, что-то взрывается постоянно. Я в них палки кидаю, им пофигу. Ну, так неинтересно. Так, еще лома, говоришь, достать. Нам нужно движок вкачать. Давай, вкачали. Ништяк, что-то там дальше идет. Форсунки, что ли, или что там. Это у нас огромный V6. А мне уже V8 бы хотелось. Что мне V6-то? Брони надо еще тоже. Таранную решетку спереди. Короче, дофига всего качать. Ну-ка, кузов сменить. Это 0 стоит, да? Все, типа. И... Ага, типа новая тачка. Нормально поменяли. Быстро. Не, мне Мустанг больше нравится. Давайте Мустанг назад вернем. Вот так вот. А, он мне все равно заставляет его назад. Ну ладно. Давайте вот так сделаем. Мне Мустанг больше нравится. Так, ну куда нам еще можно съездить? У нас есть второй лагерь. Давайте туда съездим. Там по-быстрому тоже зачистим, я думаю. И закончим нашу серию. О, у меня уже движок хоть как-то видно. Что-то от нагнетателя есть даже. Что это, правда, я не знаю, какие-то две трубы. Широкие протекторы. А колеса мне что нужно сделать, чтобы апнуть? Сколько металла? У меня колеса-то вообще слабые, если честно. Так, 300 лома. Я бы сразу за 600 сделал хорошие колеса себе. Ну ладно, посмотрим. Следующим делом я что-нибудь на другое апну. Потому что тачка вообще быстрее стала ехать. Я движок апнул, выхлопную систему. О, еще 160 лома. Вот это по-нашему. Сейчас как раз еще 300 лома нафармим с лагеря. Не, ну в Мустанг лучше выглядел, конечно. Мне эта тачка вообще не нравится. Так. Давай. Ой! Что-то я куда-то не туда поехал. Так, пулеметчики тут у нас опять, да, сидят? Ну, давайте, пацаны. Поехали. Мяу, есть. Минус один. Не понимаю, почему они пулеметчики, если это, минометчики. Давай еще цепляем. Все. Они по мне даже ни разу еще не попали. Ох, нифига там вышка, конечно, смотрите. Она еще и на канатах держится. Проще чувака там надо снять. Давай. Полетел, давай, удачи тебе, отдыхай. Так, камушки эти мешают. Больше ничего нет с этой вышки, ничего не сделать. Так, вот еще снайпер сидит. Защитные рубежи укреплены.
Да не беда, мы из укрепленными рубежами все сделаем. Ой! Фига он прыгнул, конечно, на тачку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это что-то жесткое. Он вообще во все стороны пуляет. Давай, выходи отсюда. Чел, все, до свидос. Офигеть, здесь, конечно, всего наставлено. Так, давай, ты следующий. Тачку надо чинить срочно. Полетел. Так, давайте починим тачку. Давай, чини, чувак, быстрее. Так, я пока со снайперки его сниму. Так, что там у нас? Все, нету чувака. Больше вроде никого. Ну давай. Что-то он ее не починил, зараза. Прохалтурил у нас здесь, да? Понятно, ну ладно. Ничего страшного, я думаю, этого хватит. Халтурщик. Вот так вот проезжаем. Вот так вот ломаем. Хотя зачем? У нас там челик ведь сидит. Я его просто из гарпуна зафигачу. Именно чувака. Че ты там пытаешься нам сделать? Давай. Полетел! Или нет? Ладно. Там еще конвой что-то едет. Ага. У нас здесь огнеметик. 4-го уровня. По идее, ограничение таран. По идее, я его вообще с грампуна могу завалить. Давай. Есть. Сколько хпшек-то там, непонятно. Эй, огнеметик мне бы как... А, я, не взор... я его не взорву так. Или здесь есть эти канистры? Погодите, сейчас посмотрим. Мне грампунов-то не хватит. И огнеметик-то как-то надо убирать тоже. Вот огнеметик я убираю, наверное, да? Ага. Вопрос как? Не взорвав себя. Конечно, прикольно, но я не понимаю пока что немножечко. И тут вообще никак не пройти, слушайте. Я могу его взорвать, а перекрыть не могу. Я могу сейчас сам себя взорву тупо и все. Скорее всего. Ну, давайте попробуем, конечно. А как я сам себя не взорвал, я не знаю, правда. Но это сработало. Хорошо. Вопрос. Как мне туда пройти? Возможно, здесь где-то есть канистры. Если канистры есть, я тупо подорву это все. У меня один гарпун остался. И грампун тут один ничего не сделает. Нужно больше. Либо где-то есть проходик, где можно зайти. Непонятно пока что немножечко. Так, что-то я даже канистр-то не вижу. И что мне делать, мне интересно знать. Видимо, ничего, потому что я ничего не могу сделать. Гарпуна-то у меня 4-го левела нет. Хотя давайте попробуем. Судя по серии с пастью, это нифига не значит, что у тебя нет 4-го уровня. Давай. Нет, все-таки не хочет. А таран? Давайте ради интереса таран попробуем. То есть он, по сути, только взрыв делает. Какой-то урон хотя бы. Так, вот какая-то... тропинка есть. Давайте по ней попробуем пройти. Возможно, это она и есть. Ой, там тачки ездят. Да, это походу она. Давайте, конечно... Да, это походу реально она. Ха! Ну ладно тогда. Придется в рукопашку. Если что, побежим к тачке. Давай, давай, забирайся, забирайся. Ох, тут что-то... Офигеть, это куда я забрался? Тут что-то вообще жесть какая-то. Вон там, я смотрю, канистры. Так, мне надо туда спуститься! Ну, немножечко по-другому я это хотел сделать. Офигеть, здесь, слушайте, я сейчас... Мне кажется, взрывать, значит, тут весь лагерь ко мне сбежится. Но мне надо это сделать. Давай, взрываем. Берем, взрываем. А, с одной этой взорвалось. Ну, ништяк. Так, где тачка наша? Где тачка? Ты куда тачку убрал, чел? А, вот она. Все, я ее сам туда поставил. А, нет, это не я ставил вроде. Ну ладно. Так. Давайте на тачке прям туда заедем. Что ж, что тут париться-то? Поехали. Прям дальше бы хотелось проехать, конечно. Но ничего страшного. Если что, я буду всех приманивать тупо. Возьмем канистру, если что, чтобы взорвать кого-нибудь. И убежим. Так. Пацаки, вы где? Вот они. Держите, пацаны. Это вам подарочек. Я побежал. Все. Удачи. Бэнь. Я надеюсь, щитом завалил чувака. Так, это мы забираем.
И садимся в тачку быстрее. Садимся в тачку! Давайте. По одному, пожалуйста. Так, давай. Вот этот полетит сейчас. Первым делом полетел. Не надо ко мне тут лезть. Давай. Прыгай на тачку, давай. Бэй! Кто следующий? Давай, стреляй. Полетел! Че, все что ли? О, о, там щитом идет чувак. Самый крутой. Ну ладно, кто тут самый бессмертный у нас? Не того! Зачем трупак-то мне? Давай. Давай, давай. Блин, прям в стену его впечатал. Так, да я понял, что это лагерь. Хватит мне уже 100 раз его показывать. Все, давайте. Все эти щиты быстро у них разлетелись. Выпали как-то из рук у них. Не знаю почему. Собирай лук. Ништяк. Собираем вот эту штучку. Собираем вот это. Все, я теперь даже могу кого-нибудь загасить с этой штукой. Горлопан здесь у нас. Покушать можно. Тут опять цистерны, походу. Ой, кто-то там горлопанит. Давай кушай быстрее. Кушай, кушай, кушай. Давай бери палочку, выручалочку. А, это горлопан горит. Ну ладно, тогда пофигу. Цистерна вот. Чем ее взорвать? Лестница, блин. Тут катакомбы какие-то, неудобный лагерь. Тут пещеры, пипец какой-то. Так, хорошо. Это тоже собираем. Давай, давай, открывай. Здесь тоже металл. Есть. Что там таращишься? Что-то он там это нарвет. Так, вот. Что я еще? Хватит тут горлопанить. Отпустил, чувак. Все. О! Ты откуда намылился такой красивый? Красивый, давай. На! Красавчики такие, блин, откуда-то взялись. О, сейчас вам тупо хана всем будет. Я... У меня еще ярость с этой штукой. Ах ты, зараза. Давай. Ой, сломалось, блин. Что-то много стало. Отстаньте. Ярость у меня выключилась. Просто зашибись. Давайте, я вас сейчас быстро всех уделаю. Давайте, давайте, за мной, за мной. Пацаны, добро пожаловать в аттракцион. Кирдык всем. Давайте, садимся. Давай. Где вы там? Все, бегут красавчики. Давай, что остановился? Давай, вперед. Давайте. Еще один красавчик, давай. Полетел! Кто еще хочет покататься совершенно бесплатно? Только сегодня, только для вас. Ой, бежит, бежит. О, еще желающий, давай. Пацаны, нет в этом мире ничего бесплатного. Поэтому что хоть ведут. Если что-то есть бесплатное, то хотят вас развести. Вот что я могу сказать. Все. Есть. Всех. О, они дружбанов своих позвали. Ну ладно, я не знал, давайте. У нас для всех найдется... Блин, зачем мне трупак-то опять? Трупак-то зачем в космос отправлять? Давайте. А для вас специальный аттракцион. Давай. Полетел. Все, ништяк. Всех теперь, я думаю, уделал. Все, закончились? Дружбаны-то, да? Ну, все. Побежали. Вот так вот можно вообще любой лагерь просто-напросто лутать, потому что... Ну, в рукопашку с ними опасно биться. Давайте цистерну сейчас взорвем. Сейчас такой бум-бум будет, просто пипец. Давай, вали. Теперь валим, валим, валим. Вроде все. Бумкнуло так бумкнуло. Ладно, это только две цистерны. Там еще наверху где-то. Дверь, это с гвоздомета вроде надо. Или как-то так. Давай. Есть. Металл. Давайте, новый уровень славы. Новичок. Какой нафиг новичок? Я уже сколько тут всех чуваков-то завалил. Почему я новичок? Ой, здравствуйте. Я вам небольшой подарочек подогоню сейчас. Держите. Взрывайтесь на здоровье. Бэнь. А ты один остался, слушай. А, нет, вы втроем остались. Ну, втроем. Я вас быстро уделаю. Давайте. Да, 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 да. Удачи вам меня завалить. Так. Ах ты, зараза. Все-таки ударил. Всех тут... Делаю сейчас, давай. Все, все отвалились. Вот так вот. Надо с канистрой проходить всего безумного Макса. Легко. И с гарпуном. Давай.
Мне надо гарпун, кстати, апнуть, а то он у меня слабенький, я никакие уже ворота не могу выломать именно гарпуном. Все, ништяк, сейчас бахнем сразу же. Давай. Давай, 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 бахай. Молодец. У нас эмблема вон там. Опять канистра. Вот канистру спасибо, то, что мне опять подогнали. Я ее возьму. Где еще? Вот цистерна. Давайте ее взорвем тоже. Все, побежали. Берем еще одну канистру. Есть. Так, здесь что-то у нас даже лежит. Какие-то куски на меня падают. Опарышевая ферма. Блин, я даже не знал, что такое существует. Это же надо было придумать. Пипец, конечно. Я даже не с первого раза это прочитал. Прикольно, что могу сказать. Будем червяками питаться. Ха, белки получать. Ну-ка, это с ноги можно выломать. Давай, ломай. Требуется взрыв. Там вторая дверь еще есть. Ой-ой-ой. Что-то там вообще жестко. Я за второй канистрой сразу. Давайте канистру на базу быстрее, давай. Все, ништяк. Ой, здравствуйте, обезьянки. Опять ты прибежал. Сейчас их грибанов стопудово позвал. Своих обезьянок. Ё-моё! Сразу три на меня прыгнуло, вы чё? Они вообще имбовые. Они когда еще особенно больше. Их бывает больше. Это вообще пипец. Давай, что там бомбишь уже, да? Вообще, их бывает очень долго приходится грохать, потому что от них постоянно уворачиваться приходится. Ну ладно, всех вроде уделал сейчас. Ой, капканчики, они на них сами нарвались, походу. Ой-ой-ой, нет! Этот чувак, офигеть, он этими палками кидается, имбопалки. Ты откуда здесь взялся вообще? Пусти! Просто это капец какой-то. Палочник, иди давай отсюда, не мешайся. Так, вон... Ой, там еще братки бегут. Своих же взорвал. Не, ну ты красава, конечно. Я не просил тебя помочь. Ну давай, еще кидай. Кидай, кидай, кидай. Молодец, лучший. Давай еще. Еще, пожалуйста, давай. Я прошу тебя. Да идите вы там. Нет. Лучший. Слушайте, он всех своих взорвал. Молодец, я их еще подлутаю вот так вот спокойненько. Кидай там свои палочки тут, выручалочки. Давай, до свидос. Сам своих же уделал, мне палку подарил. Молодец, слушайте, чувак, гениальный. Просто. Чел. Ну-ка. Собираем это тоже. У нас такая длинная серия прям получилась, как вы и просили. Чуваки тут кайфуют у нас. Это взорвали. Так, мне бы имбы палок побольше. Что-то какой-то по кругу лагерь-то идет. Здесь еще где-то бочка есть, да? Где-то там, справа. Сейчас посмотрим. Может... Ой! Ой, на капкан нарвался, блин. Опять про эти капканы забыл. Пол хп нету. Класс. Где тут бочки? Вот эти, что ли? Так, а вот надо было палку туда использовать. Ладно, сейчас найду. А, вот! Целый тут, я не знаю, склад этих палок. Давай, кидай. Я весь лагерь, получается, зачистил практически. Или нет? Или там уже никого не было? О, да. Ну, в общем-то, легкий такой лагерь получился. Пошли сейчас, наверное, металлом и долутаем, и все. Так, капканы хорошо убрали. Я бы сейчас опять еще на них нарвался. Да блин! Чё ж дверь-то не открыли-то, а? Я ж тут все зачистил. Сейчас еще и палки поди убрали, да? Нет, палки не убрали. Это я возьму. Что-то они тут прям это, чуваков в клетках держали зачем-то. Давайте, открываем. Все, я пришел. Чуваки пилят, опять этот лоерс пришел, тут всех уделал. Ни одного металлолома до 300 не хватило. Да что же за прикол-то такой? Один металл. Металл мне гоните. Да, прикольно. Так, ну я думаю, сейчас я что-нибудь выйду из этого лагеря, и мне уже дадут немножечко металлолома. Так, ну поехали, наверное, на базу отправимся и закончим нашу серию, потому что мы сегодня долго катались. А съездим к брюхорезу, наверное, к нему ближе всего. Погнали. Тапка назад.
Точила, конечно, у нас уже приличная такая. Быстрая. Надо нитру апнуть, гарпун апнуть. Наверное, в следующем у нас после апа колес будет ап гарпуна. Потому что гарпун очень слабый. Давайте посмотрим. Давайте в крепость приедем и посмотрим, что мы будем апать. Так, поехали. Сохранение, конечно. Куда же без него? Кстати, бензин реально не заканчивается. Езжу, у меня он бесконечно практически. Я приезжаю в крепость, у меня еще полностью начинает заполняться. У меня бензин ни разу еще не заканчивался. Ну как бы есть, но его как бы и нет, можно так сказать. Так, вон там уже кораблик, бухареза. Имеет в виду... В смысле недоверчиво? Я вокруг все лагеря зачистил, какие только можно. В смысле недоверчиво? Я тут должен быть уже самым главным, самым крутым. Они мне не доверяют еще? Вообще, я поражаюсь, конечно. Так, ой, аккуратненько. Давай, давай, точила. Мне реально прошлый кузов нравится больше, чем этот. Мне он вообще как-то не зашел, этот кузов. Все, мы приехали уже практически. Давай, давай. Машина реально быстрее начала ехать, и это очень классно. А то была вообще очень медленная. Меня каждый чел мог догнать просто и все. Давайте, приехали. Ништяк. Чуть в дверь не впоролся. Так. Что нам можно апнуть? И нужно апнуть. У нас как раз все показывается. То, что типа мне броню вообще надо снять. Ну это, наверное, когда в гонку поедем. Сейчас мне защита нужна. Таранную решетку тоже надо будет убрать. То есть это у меня есть. Мне нужно апнуть колеса, получается. И подвесочку. Подвеску давайте прямо сейчас апнем. Все, подвеску мы апнули. У меня там... Можно ее еще апнуть за 300. Босс. Что она дает, я так и не понимаю. Высоту выше тачку делать. Не знаю зачем, правда. Так, колеса апнуть надо тоже, наверное. Ну, апну подешевле возьму, чтобы в гоночку уже наконец поехать. И шипы только убрать. И все, в принципе, тачка готова. Больше тут ничего в ней делать не надо. И можно будет поехать сразу же... В гоночку, там всех порвать и себе получить двигатель V8, наконец-таки. Но это у нас уже будет в следующей серии. Пишите в комментарии, как вам большая серия, стоит ли такие делать еще. Ну а на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and slow.